В пятницу на нашем телеканале выйдет новый выпуск программы «Мытищи православные». Гость программы протоиерей Симеон Банков расскажет о христианской традиции почитания мощей. В Священном Писании о костях праведников сказано, что кости их расцветут. Для этого церковь и установила их почитание, чтобы они были источником нашего с вами освящения, исцеления, вдохновения, укреплением нашей веры. Авторский проект Дарьи Ильинской «Разговор о Боге и православии» не пропустите на нашем телеканале в пятницу в 20:00.